ходе осмотра градоначальник отметил, что важно содержать в порядке не только сами здания, но и прилегающие к ним территории. Это подразумевает создание подъездных путей к торговым точкам, организацию парковочных мест и строительство тротуаров. Во время осмотра предпринимателям, ведущим торговую деятельность, сделали ряд замечаний, которые им необходимо устранить в ближайшее время. Где-то нужно покрасить фасад, установить ограждение, а где-то обустроить подход к магазину. У него найди новые поставки, раздорог, под одинаковые вместе поставки. Во время рабочего объезда глава города посетил и стройплощадку на территории 25-й школы, где возводится дополнительный учебный блок. Работы идут полным ходом, причем не только в новом корпусе, но и в старом здании, где сейчас идет капитальный ремонт. Кроме того, здесь уже начали оборудовать подъездные пути и благоустраивать прилегающую территорию. Все работы планируется завершить до конца этого года. Напомним, на создание дополнительных 300 мест в учебных заведениях города было выделено финансирование в размере 5 миллионов рублей. Под перепланировкой оказались несколько школ, и все для того, чтобы увеличить в образовательных учреждениях количество мест, которых сегодня не хватает. Помимо обустройства имеющихся помещений, в них проводится и капитальный ремонт. Меняются полы, окна, коммуникации. Градоначальник поставил перед подрядчиками задачи по выполнению обозначенных в контракте объемов работ в определенные сроки. Кроме этого, Андрей Харченко внес ряд предложений по реконструкции помещений, чтобы рационально использовать имеющиеся площади. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».